Карапуз представляет. Привет, друзья! Приветствую всех в нашем замечательном городе, городе Лего-Дупла. Вот здесь собрались различные жители нашего города. Это и вот прекрасные работники парка, в котором есть и лошадки, и жирафы, и клоуны, и фонтанчики. Это внутри парка находится замечательное кафе. Неподалеку находится больница скорой помощи. Здесь также в нашем городе есть фермер, который помогает всех кормить. Замечательная пожарная часть. Полиция. Отдел чистки города. И также замечательный гараж для строительных машин. В городе ездят различные машины, и джипы, и мотоциклы, и детские автобусы. Разные машины издают разные звуки. Давайте вспомним, как работает наш погрузчик. Да, именно такой звук издает. А бетономешалка... Хорошо. И, конечно же, мусоровоз. Да. Славная наша полиция всегда на страже. И, конечно же, наши пожарные всегда наблюдают за порядком и спокойствием. И больница скорой помощи. Эти наши замечательные врачи всегда готовы помочь в трудную минуту. Но речь сегодня пойдет не совсем о них. В нашем городе нашим замечательным деткам иногда бывает скучно. Ведь в нашем парке есть, конечно, один клоун и жираф, которым могут полюбоваться детки. Да и на лошадке прокатиться. Но иногда хочется чего-то такого, настоящего, то есть цирка. Итак, друзья, в наш город приехал, точно, приехал цирк. Я рад вам представить вот такой замечательный набор. Смотрите, тут у нас должны быть и слоны, еще клоун, и акробаты воздушные, лошадка, фокусник и даже вот лев, который прыгает через огонь. Вы представляете? Всего 62 фигурки. Мы сейчас этот наборчик быстренько распечатаем и попробуем собрать наш цирк. Приглашаем вас всех в это замечательное путешествие. Thank you.
Ну вот, друзья мои, мы собрали наш красивый, замечательный просто цирк. Посмотрите, к нам присоединился и второй клоун, и наш жирафик, и к кассе нашей, где продают билеты, уже взяли с города человека, чтобы работал кассиром. И скорее всего, да нет, точно, наш цирк останется в нашем городе! Да, и все детки с мамами, с папами, бабушками, дедушками будут приходить к нам на представление. Вот такая, друзья, у нас новиночка, такая вот замечательная новость в нашем городе. Надеюсь, было интересно. Мы познакомились сегодня с таким замечательным конструктором. Всем всего хорошего, не скучайте, до скорых встреч, до новых новинок. Всем пока! Не забывайте ставить лайки, а также выбирайте и нажимайте в окошках новые видео. И подписывайтесь на наш канал, мы будем очень-очень рады.